3 августа в Беспятовской роще прошли традиционные соревнования по конным видам спорта на приз главы городского округа Зарайск, собравшие много зрителей и вызвавшие большой интерес у жителей и гостей города. Перед началом спортивной борьбы с приветственным словом к участникам гонок обратился глава муниципалитета Виктор Петрущенко. Хотел всем сегодня пожелать, чтобы лошади были резвые, всадники были с настроением, чтобы каждый пришел первым. И, конечно, сегодня еще у нас, смотрите, конкурс шляпок. Я не думал, что у нас так будет сегодня много желающих прийти в разных шляпках, и такая будет красота. Посмотрите, какие у нас красивые сегодня девушки. Всем хорошего настроения, чтобы все выходные были, как сегодня утро начнется, так и два дня пройдет. Чтобы у вас всех было настроение, всех было желание погулять, повеселиться, порезвиться, покричать, похлопать в ладоши. Всем хорошего настроения. Спасибо. И у нас, хочу еще сказать, что 10 числа у нас день города. В 20:00 у Победы будет концерт, будут поздравления. Мы вас всех приглашаем на день города. В программе соревнований были скачки рысью под седлом, гладкие скачки, деревенские скачки на лошадях местных пород. Голубей, держите их аккуратно. И ждем команды. Ну что, друзья, турнир по конному спорту на Кубок главы городского округа Зарайск объявляется открытым! Последний.
рамках соревнований по конным видам спорта на Кубок главы городского округа прошел традиционный конкурс «Ее Величество Шляпа», который с каждым годом набирает популярность. В этом году в нем приняло участие порядка 40 любителей шляпок. Модницы самых разных возрастов представили зрителям и жюри свои шедевры, изготовленные собственными руками. Красота, фантазия, мастерство участниц вызвали аплодисменты и восхищение зрителей. Призовые места были определены в номинациях «Цветочная фантазия», «Маленькая леди», «Национальные традиции», «Литературный образ», «Салонный шик пушкинской эпохи». А гран-при завоевала Татьяна Кочнева, а вот самой юной участницей было всего 1 год и 4 месяца. Мария, покрутись, покажи всем свой образ красивый, конечно, шляпку. И вставай скорее к шляпнику. Спасибо, Мария. Участница под номером 2. Иванова Дарья. Умна, весела и во всем позитивна. Любит петь, любит танцевать и маме по дому любит помогать. Аплодисменты. Замечательная шляпка у Дарьи. Участница под номером 3. Фомичева Анна. Маленькая леди. Любит наряжаться. В зеркальце смотреться. Собою восхищаться. Маленькая леди. Изысканный наряд. Мечтает наша леди скорее взрослой стать. Участники под номером 4. Коллектив «Солнышко». Вот перед нами сад цветущий. Растет, цветет, благоухает, а в нем садовник вездесущий. Он этим садом управляет. Плохих жучков прогонит смело, обрежет веточки сухие. Свое садовник любит дело. Земля и сад – его стихия. Посмотрите, у ограды расцвела царица сада. Не тюльпан и не мимоза, а в шипах красотка роза. Василёчек, Василёк, синий пламенный цветок, видно, в синем небе жил, с радугой дугой дружил. Вот такой Василёк вырастил наш садовник. Только солнышко взойдет, мак на грядке расцветет, бабочка-капустница на цветок опустится. Поглядишь, а у цветка больше на 2 лепестка. Вот такие любимые цветочки маленького садовника. Аплодисменты. И присоединяйтесь, пожалуйста, к нашим участникам. Садовник, веди скорее свои цветочки. Так, тогда встречаем участницу под номером 6. Копылова Арина. Девочка-праздник. Шляпка и костюм, между прочим, изготовлены творческой мастерской мастерица. Девочка-праздник, девочка-солнце. Кто окажется рядом, тот пусть тебе, малыш, улыбнется. Повернись скорей, покажи свой наряд гостям. Действительно, настоящий праздник у нас сегодня. Участница под номером 7. Шмидт Ксения. Я куколка-красавица. Смотрите, как мила. В каком красивом платьице на конкурс к вам пришла. И шляпку я надела, и кудри навела. Хоть мне всего 2 годика, я кукла хоть куда. Вот такая куколка у нас под номером 7. Шмидт Ксения. Участница под номером 8. Баркарь Аделина. Шляпка, дивная поляна. Ах, какие здесь цветы. Мне ее надела мама, тоже дивной красоты.
какие у нас участницы красивые, но немножко стеснительные. Вы их поддержите. А мы встречаем участницу под номером 9. Марушкина Анастасия и ее образ «Розовая душа». Ну разве можно не восхититься таким очаровательным и милым образом? Участница под номером 10, а точнее участницы под номером 10, номинации «Маленькая леди», Муравьева Варвара и Шараухова Жанна, их образ «Инь-Янь». Девушки, вы очаровательны. Небольшая презентация своего образа. И несмолкаемые аплодисменты. А мы встречаем участницу под номером 11. Туркина Марта. Внимание! Образ под названием «Мисс Ред». Кто не владеет английским языком, это значит «красный». Красный в этом году в тренде, дорогие друзья. Обратите внимание, какая милая, милая маленькая леди на нашем подиуме. Аплодисменты, не скупитесь. Молодцы! А мы встречаем участницу под номером 12, Куликова Дарья. Дарья тоже в красных тонах у нас сегодня. Какие перышки на милой шляпке колышутся на ветру сегодня. И встречаем последнюю участницу. Так, садовник проверяет у нас все ли цветочки в саду. Так, участница под номером 13, Авезова Майя и ее образ «Кантри». Вот такой милый образ и не менее милая участница Майя. Ну что ж, дорогие модницы, еще раз продемонстрируйте свой наряд под бурные аплодисменты зрителей. Спасибо большое. Жюри обязательно оценило по достоинству ваши наряды. Да, можно еще раз покрутиться, поклониться. Вдруг кто-то из членов жюри не смог рассмотреть, не успел рассмотреть ваш образ. Третье место в номинации «Маленькая леди» заняла Баркарь Аделина. Второе место в номинации «Маленькая леди» заняла Туркина Марта. Где же... А, вот она, мисс Ред, мисс Ред. Виктор Анатольевич, вот. И, наконец, первое место в номинации «Маленькая леди» заняла Копылова Арина. Все очень милы. В нашем конкурсе был учрежден гран-при. И его получает Кочнева Татьяна. Татьяна, вам учрежден подарок от компании «Арифлейм». И поцелуй главы мне подсказывают. После небольшого перерыва состоялся самый зрелищный вид конных состязаний – конкур. Отдай, скипа возьми, Мэри.
На старт приглашается Давыдкина Валерия на лошади по кличке Рекруту, городской округ Кашир. Тридцать пять спортсменов из разных городов Подмосковья, Тульской и Рязанской областей приняли участие в традиционных соревнованиях. Наибольшее количество наград завоевала Екатерина Медведева из Озер, выигравшая скачку рысью под седлом, гладкую скачку и ставшая призером в конкуре. Два зачета, две грамоты, два кубка, две медали. Победительница двух зачетов. Поздравляем! Абсолютно каждый может сесть на лошадь и попробовать свои способности и возможности. Поздравляем! Это прекрасный праздник! Валерия Маркович, Герман Беляев, Анастасия Булатова. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.